Всем доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать, как удалить программку Mobagenie. На первый взгляд, это хорошая программа, где можно скачать и Minecraft, и все остальное бесплатно. Да, но на самом деле в этой программке это не считается вирусом, но она дает шанс скачать вирус. К примеру, когда вы сидите в браузере, она там выдает: ваша операционная система устарела, обновите ее, и выдает какие-то там com, system и так далее, вот, со значками андроида. Ребят, не скачивайте никогда. Я провелся и скачал. Иногда это скачивается автоматически. Вот. Ну, я вам скажу, как удалить, если что. В Hunger Games у меня, по-моему, вылетела эта реклама. Так, сейчас покажу вам эту программку. Вот она. Root App Remover. Вот название сверху. Смотрите, тут можно найти все. Сейчас, к примеру, Android мы не будем удалять, но сейчас. Android. А, нет. Ну, смотрите. Не хочу я это удалять. Ну, если у вас, почему есть такие подозрительные приложения, удаляйте их. Все, вот видите, спрятаны все-таки. У меня нету приложений, то есть каких-то таких с андроидом связаны. Они все попрятаны на самом деле в самом андроиде. Если, конечно, у вас не версия андроида 1.6, там, не знаю, там, конечно, все в разброску, все нормально, можно взломать все что угодно в этом телефоне. А так тут набираете, я тут набирал com.system. Вот, у меня было такое название, если у вас оно встретится, вы там нажимаете удалить, там, ну, нашли, нажимаете удалить, и оно у вас не удаляется. Вы снимаете галочку с этого приложения в административном управлении. Снимаете галочку. И все. Потом у вас напишет warning. Вы нажимаете ОК. И потом удаляете это приложение. Пока вы его не удалите, у вас будет просто домой постоянно вылетать. Вам надо будет оставить это приложение вначале открытым. Я вот тут запарился, не успел. Я 2 минуты пытался зайти туда, потом найти. То есть я по чуть-чуть все это делал. И все же удалила. Сейчас у меня не лагает. Я снимаю, все хорошо. И всем спасибо за просмотр. С вами был Минер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. И не забывайте про конкурс. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.